В Вышневолочке прошла ярмарка книг. В этот день каждый желающий мог принести и отдать свое любимое произведение в библиотеку. Любого жанра и издания, вплоть до словарей, учебников и журналов. О том, как проходило мероприятие, расскажут наши коллеги из ТРК «Вышневолочок». Главная идея для книгодарения – это показать, что бумажная версия остается актуальным подарком и не теряет свои ценности даже в век технологий. Поэтому в Вышневолоцкой библиотеке прошла акция по дарению книг. Ведь благодаря этому фолианты не будут пылиться на полках и не попадут в макулатуру или на свалку, а найдут своего читателя. В среднем где-то за день акции приходит не менее 50 человек. То есть отклик очень большой, желающих много. Каждый раз просят проводить эту акцию чаще, люди ее ждут. С нетерпением. Каждая книга – это урок жизни, в ней скрыт целый мир. И вряд ли современные технологии и интернет могут полностью заменить книгу. В каждой семье найдется пара десятков изданий, давно прочитанных и занимающих место на полках сервантов. Поменять их на другие можно было на дармарке. Это я уже несколько раз попадаю. Очень хорошая идея. Присмотрели себе что-нибудь? Пока еще только пришел. Обязательно присмотрю. Обязательно. Я сейчас хожу в библиотеку. Сказали, 13 числа. Вот я и явился. Как отбирали? Вот эти книжки читали, да? Вы решили поделиться? Ну, естественно. Я решил поделиться, принести в библиотеку то, что я прочитал несколько раз. А потом надо отдать другим. В этот день книжный фонд библиотеки пополнился. Такой праздник вдохновляет людей дарить друг другу хорошие произведения и показывает, что бумажная книга остается во все времена актуальным подарком и не теряет своей ценности, и способствует приобщению к чтению.